this show on the road. The good doctor has revived the patient. Thank you. Sweet thank as my you, son. Thank sweet. You. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed. But at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Mako, what's the matter with ya? Всем привет, дорогие друзья, с вами Stargame, и мы продолжаем проходить игру GTA San Andreas. Ну что ж, вторая миссия в казино Калигули это, и 78-я по счету, называется Мочилова. Ну и я думаю, не стоит вам объяснять, что здесь мы будем делать. Хотя все кровавое месиво будет происходить во второй части миссии, а в первой мы должны просто вместе с Рози съездить на мясную фабрику, на которую мы в прошлой миссии отвезли Джонни Синдака. А едем мы туда сейчас как раз навестить Джонни, узнать, как у него самочувствие и тому подобное. И для Карла это задание весьма опасное, потому что, как вы помните, в первой миссии пятого сезона он его напугал до смерти, поэтому здесь Карлу лучше держаться в тени. И да, кстати, меня не было 4 дня, просто потому что я хотел немного отдохнуть от прохождений. Ну и пока я отдыхал, немного отвык от комментирования, поэтому если я там пару раз запнусь, то не судите строго, я исправлюсь. Ну и пока я отсутствовал, я сделал свою игру наподобие GTA 1, конечно, не батла 3, не GTA 4, но я все-таки делал ее один, поэтому можете скачать, заценить, ссылка в описании. Я буду только рад, если вы мне напишите свои впечатления от нее. Буду только рад. Ну а пока я это говорил, мы уже подъехали к мясной фабрике, где и будет Мочилова. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss! I am the boss! Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg! The guy that runs this town! So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh! Hey, Ken! Ugh! My crisis fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh my head. Oh god, it's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. Ну что ж, Джонни, конечно же, узнал Карла, и у него случился сердечный приступ. И сразу ни с того ни с сего все синдаковцы перегруппировались и готовы нас убить. А мы тем временем должны просто свалить с этой самой мясной фабрики обратно в Калигулу, не оставив свидетелей. А то, если кто-то останется, Рози долго не проживет, синдаковцы его всяко вычислят.
И да, защищайте самого Рози, потому что у него нет огнестрельного оружия, только огнетушитель. Ну и шальной пулькой в него могут попасть, поэтому не подпускайте врагов к Рози. Ну и когда Рози помог нам потушить огонь, он начал тушить какой-то невидимый огонь, поэтому стоит перепрыгнуть его струю этого огнетушителя, потому что вы можете начать задыхаться. Потеряйте время, короче. Ну что ж, я вижу, Рози потушил свой невидимый огонь и решил спрятаться в морозилке. Поэтому заранее убейте всех синдаковцев, которые попытаются его там закрыть. Ну а если же вы их не убили и они его закрыли, то у Рози начнет потихонечку отниматься ХП. Ну и нам, конечно же, придется его вызволять. Ну а пока я это говорил, я думаю, вы прочитали отсылочку GTA Vice City. Но я думаю, ни для кого не секрет, что Томми Версетти главный герой Vice City. Ну и Рози сказал, давай, Томми, как в старые добрые времена. И почему-то мне после этого диалога вспоминается финальная миссия GTA Vice City. Не знаю, как вам. Ну что ж, ладно, давайте отойдем от этой отсылки, хватит на ней уже висеть. Скажу только то, что в этом самом холодильнике, где сидит Рози, находится броня, и если у вас ее нет, то можете подобрать. Так, ну что ж, мы почти у выхода, давайте перестреляем всех тех, кто тут остался. Главное, что на радаре все показаны, поэтому можно даже не волноваться, что мы кого-то пропустим. Кстати, все идет довольно-таки хорошо. Как вы видите, Рози даже не покоцали, меня чуть-чуть и то броню. Так что все идет как нельзя кстати. И как раз все свидетели мертвы, поэтому нам осталось только свалить с этой самой мясной фабрики обратно в Калигулу. Так, а сейчас произойдет какой-то нелепый бред. Ну, это скорее всего баг. Короче, Карл и Рози садятся в машину. Немного проехав, Рози почему-то выпрыгивает из машины. Не знаю, что на него повлияло. Может, то, что Карл перевалил кучу синдаковцев и у него полные штаны радости? Ну, точно не могу сказать. Но я этот баг решил только тем, что просто вышел из машины и обратно залез. Тогда Рози уже отлагал, и мы поехали спокойно в Калигулу. Вот так вот. Главное, что мне не пришлось переигрывать миссию. Ну, в общем-то, мне больше нечего сказать. Сейчас будет простая поездка, поэтому я помолчу. А вы можете почитать диалоги. Get in there and be cool, like you just been out for a relaxing drive or something. Calm. Yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Всем спасибо за просмотр, с вами был Stargame. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем удачи и пока.